солнце правды и свет. Там где-то ответы Ни болезней, ни бед Как хочется нам туда Где светит одна звезда Где с нами любовь Всегда. Здравствуйте, дорогие мои! С вами передача Лаврские встречи и я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас в гостях Людмила Андреевна Юмшанова, руководитель вокального ансамбля Анима, ну и сам ансамбль. Здравствуйте! Здравствуйте! Вот послушали мы песню, которая называется Благовест. Вот хотел бы узнать, как она родилась, и что эта песня для вас и вашего коллектива. Эта песня для нас очень много значит. С нее мы начали знакомство с православной духовной песней. Значит, раньше вы были как ну, мы, да, да, мы раньше мы пели очень много музыки: и современную, и зарубежную, и русскую. Uh -huh. Но вот с этим жанром мы встретились, участвуя в первом международном фестивале Православной Современной духовной песни uh -huh. Невские купола в 2006 uh -huh. году это было. Ну, организатор Ирина Скорик, uh, да? Да, я... организатор и художественный руководитель Ирина Скорик. И вот м, благодаря исполнению, наверное, вот этих песен, благовест на стихи Алексея Толстого и м, второй песни «Заря», ой, м, «Вера», э, эти обе песни написал композитор Михаил Малевич. Мы с ним давно знакомы, вот, и как раз нам показалось уместным исполнить на фестивале именно эти песни. И этот, это участие в этом фестивале и конкурсе принесло нам гран-при, как признание наших каких-то достижений. И вы поняли, что открывается новый пласт, да? Да, Ваши? да, и мы решили, что мы будем развиваться и включать в свой репертуар вот эти произведения мы получили возможность благодаря этому фестивалю «Невские купола» записать свой первый диск. И он начинается именно с этой песни «Благовест». Затем на втором, на последующих фестивалях мы тоже принимали участие каждый год. Познакомились с очень большим числом участников и коллективов, нам очень понравилась музыка музыка Галины Лупандиной. Она живет в Рыбинске, вот, и она пишет потрясающие песни, которые, в общем, и духовные, и патриотические. «Княжа Александр, потом ее песня тоже вошла в наш диск перед образом. Затем мы познакомились с прекрасными коллективами: Ковчег, Яблонька, Отрада и тоже поддерживаем отношения. То есть, вот у нас общение не прекращается. Мы встречаемся на концертных площадках и приезжаем, участвуем вот на Невских куполах. Ну, по поводу диска. Все-таки его записали, да? Да, диск мы записали, и после. Наш диск называется <связывается> <связывается> Музыка души. Ансамбль анима-душа. И диск музыка души. Mm. Так что все как-то сходится. Понятно. А что вот, видимо, к тому времени вы где-то внутренне были готовы, да, уже? Потому что ну, от от... к духовной музыке. Да. <связывается> <связывается> ну, и каждый, <связывается> и каждый же член коллектива, да? Да. Это же, это же потребность души именно. Вот именно, да. Я думаю, что исполнение вот этой музыки, оно, оно, очень непростое, потому что оно требует больших духовных затрат и физических, чтобы это исполнить так, как нам бы хотелось. Вот в одном, ну в последующих фестивалях Невские купола мы познакомились с поэзией инока Всеволода Филиппьева. И просмотрев его сборник «Иное», мы отобрали несколько стихотворений и с нашим большим другом, музыкантом, композитором Светланой Южаниной мы приступили к, к написанию духовных песен вот на эти стихи и таким образом у нас появился второй диск, который называется "Яблони воскресения". К сожалению, к нашему большому, но ну, это была трагедия, это было горе. Светлана Южанина, она, к сожалению, нас покинула, ушла в мир иной. Вот, но музыку ее мы включаем в свои концерты и мы ее помним и очень ценим ее творчество. Ну а диск, так как он у нас оказался незаконченным, пришлось дописывать самим. Вот. и ну, таким образом мы включились тоже, как бы, в авторское вот такое участие в создании православной песни. Вы все больше и больше погружались, да? Да, таким образом, вот у нас расширение. И, и вот церковдались наверное, параллельно каждый. Да, да. Мы, конечно, участвуя вот в этих мероприятиях, вот в этих больших праздниках, оно не могло не оказать дальнейшего влияния на нашу судьбу, личную даже. Людмила Андреевна, время пришло к следующей песне. Вот mm -hmm. песня ⁇ Ясный месяц да? ⁇ Да, мы сейчас хотим исполнить песню ⁇ Ясный месяц mm ⁇ -hmm. Вы Вкратце знаете, так. да, нам оказалась близка э, музыка советских композиторов 50-х, 70-х годов, как говорят ретро. Это музыка Исака Дунаевского, Анатолия Новикова, Александра Далуханяна, Матвея Блантера. Мы э, стали делать аранжировки. И исполнять эту музыку. Вы знаете, она очень романтичная, лирическая, задушевная. И она близка нам, как исполнителям. И она очень трогает наших слушателей. Им очень нравится эта музыка. И у нас произошел такой случай. Однажды нам довелось исполнить вот эту песню, Ясный месяц, перед стопроцентными американскими парнями уверенными, самодостаточными. Вот. И мы встретились на одном из фестивалей. И, понимаете, они нам исполнили свое, свою музыку, а мы вот, вот эту вот ясный месяц. И, понимаете, они не знали ни перевода, они не знали ни слов по-русски, но, прослушав эту песню, вы знаете, у них на глазах были слезы так они были тронуты этой музыкой. Поэтому песня имеет огромное воздействие. Трудным там живет. Да. Послушаем. Да. Ясный месяц на реке Высветил

oh сам лично давно знаком с вашим творчеством. Рад с вами увидеться воочию. Теперь я понимаю, что откуда. Слушаю, когда мне грустно бывает, или какая-то трудная, включая аниму. мне очень нравится тембральное сочетание голосов, мне нравятся аранжировки. До меня это доходит, трогает душу и сердце. И я как-то отключаюсь от действительности. Потому что хоровая музыка – это такой очень сильный инструмент, который доходит до души человеческой. Мне интересует, как вы смогли вот так вот это все создать, найти людей, столько работать и создать уникальный такой коллектив, который, можно сказать, можно узнать. Я аниму узнаю среди других сразу, с, с первой ноты, Спасибо. По аранжировкам, по, по mm -hmm. подаче и по тембрам голосов, и вот как как это все создавалось, вот интересно. Мы знакомы очень давно. Дело в том, что наш путь начинался еще с детской хоровой студии. Затем студенческий ансамбль это все переросло по мере взросления. Uh -huh. Ну а потом вот такой создался ансамбль уже и сначала из шести участниц, потом из пяти, потому что жизнь идет, все становятся взрослее, у всех появляются свои большие дела. Вот. Ну и самые стойкие, вот с 2014 -го года мы уже образовались как квартет представляем вокальный ансамбль, квартет анима. Это, конечно, требует огромных усилий со стороны всех, чтобы собраться, чтобы посвятить время, оторвав его от семьи. У всех уже дети есть. Вот и спасибо большое нашим родным, которые позволяют нам э, вот заниматься этим прекрасным искусством. Я, я сам э, аниму хотел неоднократно пригласить и на свои концерты, вот э, театр «Странник». и сейчас хочу пригласить. Ну постоянно какими-то предлогами у кого-то в школу кто-то пошел ребенок, у кого да. кто-то родился, не может оторваться. Да. Как вы все-таки умудряетесь существовать в этом мире? Вот, вы знаете, мы сами удивляемся, но, наверное, это прежде всего большое желание этим заниматься. Мне кажется, что мы уже стали э, родственниками, мы родственные души, мы знаем все э, перипетии друг друга, мы э, переживаем, сочувствуем, помогаем друг другу. И мне кажется, что мы просто уже настолько срослись, что мы э, вот семья, стали семьей. Поэтому хорошо помогаем и нам. Ваш диск называется Яблонье воскресение. А... Да. Это... Или, а как, откуда вы взяли это название? Оно... Это название одного из стихотворений. Всеволода Филиппьева. И мы его взяли как заголовок, потому что нам показалось это очень таким значимым, очень говорящим названием «Яблони воскресенье». Запоминать тут... сразу. Да, да и музыка, в общем, такая. У нас это не совсем диск такой чисто музыкальный, у нас получилась музыкальная композиция, музыкально-драматическая композиция, поскольку там эпиграфом между песнями мы вставляем поэтические строки, которые как бы предвосхищают то, что будет звучать. Это интересно интересно. Да, то есть, понимаете, мы растем как-то и в шире, по-разному, в общем, стараемся. А сейчас, чтобы было насколько часто вас, где вас можно услышать? Мы, мы работаем, вот делаем, создаем концертные программы и по мере готовности договариваемся, вот ищем помещение, ищем зал и выступаем. Ну, у вас как бы... свой слушатель? слушатель свой есть или... Да, как вы? да у нас есть э, наши друзья, наши слушатели, поклонники. Мы им очень благодарны за то, что они, несмотря на то, что мы очень редко бываем, они всегда с радостью нас поддерживают, собираются. То есть у нас есть свой слушатель. Вот. Я, сейчас им. у меня просто есть такая концертная площадка, постарайся, вот, на метро Лесная. Улица Александра Матросова 20. И хотел бы вас очень, очень сильно бы хотел вас услышать, хотел бы послушать вас, чтобы целую концерт отработали, программу целую. Вот сейчас стало к нам приходить народ и все больше и больше. На Рождество уже более ста человек было у нас в зале, у -у -у -у. В нашем. Но у меня столики, свечки горят, такое, не атмосфера. И вот я приглашаю вас, может быть весной или пасхальные дни какие-то. Мы с удовольствием воспользуемся вашим приглашением и наметим срок, когда которому мы сможем это все вот осуществить. Теперь мы на связи. Да. Наконец-то пришло так такой случай, что вас пришлось пригласить даже на телевидение. Uh -huh. Ну, я думаю, что это нужно, и люди должны вас слышать, и я думаю, что сейчас вот эта передача, она от нее будет резонанс. Вот и, и у девчонок ваших услышим, а вам то mm -hmm. сам, самому не хочется вместе с ними встать? или вы на репетиции? Да вы, вы конечно, знаете, поете? наверное, нет. Вы знаете, я и не пою, и не дирижирую. Потому что у нас уже такой опыт хоровой за, за плечами, да. что, но вот участницы ансамбля, они уже ну, вырастают в мастеров, и очень много предложений есть и от них. Они творческие люди, и мы, в общем, у нас творческий коллектив мы выслушиваем, а вы прислушиваемся, как мама, ко всему. Да? который их оберегает и ну, скорее всего, знаете, в подборе репертуара, mm -hmm. выбор репертуара, потом у нас появился великолепный аранжировщик, прекрасный человек Михаил Барышев. Он выпускник нашей консерватории ленинградской, санкт-петербургской. Вот, и он, дел... он просто гениальный человек. Он Прекрасные музыканты. Мы безмерно рады, что исполняем его... Вы притягиваете таких людей, я понимаю. А где можно вот ваш диск «Яблоня воскресенье приобрести, если кто-то захочет? Это на концертах. На наших концертах. А как узнать о ваших концертах? У вас сайт У нас есть сайт. Называется? «Анима». «Анима», да. Ну, там в разговоре с девочками они все скажут я ага. думаю сделают вот это ну и на наших концертах конечно мы хотим где-то в феврале или в марте сделать концерт на Елагином острове во дворце и хотим пригласить а, нам, нам туда. будем ждать вашего концерта Окей, спасибо. и очень рад с вами был встретиться наконец-то познакомиться да. Воочию. Мне тоже очень приятно, и я думаю, что наше знакомство, оно будет э, иметь продолжение. Да. Послушаем э, песню. «Яблони воскресенье», музыка Светланы Южаниной, стихи Инока Всевлада Филиппьева. Спасибо, Господи. Еще немного любви Еще немного терпеть. дорогие мои, на этом передача «Лаврские встречи» заканчивается. С нами была художественный руководитель вокального коллектива «Анима» Людмила Андреевна Юмшанова. Боже всем помощи и вам тоже, ангел-хранителя. До новых встреч в следующем передаче. Мы встретимся с участницами этого коллектива. До свидания.